своем канале. Сейчас мы с вами поедем в Варадеро. До Варадеро можно добраться двумя способами. Это, ну, тремя. Пешком, своими ножками. Здесь 15 километров примерно от нашего отеля Коста Белла. Можно взять такси. Оно стоит 10 кук, это 10 евро. Или ходит автобус двухэтажный, туристический. Вы покупаете билет, он стоит 5 евро. И он на целый день билет. Вы можете ездить туда, обратно, сколько вы захотите раз. Можно проехать по всей косе, посмотреть все побережье, вернуться в Варадеро, потом погулять, вернуться обратно в отель, опять сесть на автобус. Вы сохраняете чек. Сейчас с вами все это посмотрим, все вам покажу. Напротив отеля находится гольф-поля. Видите, вон там дорога. И вот на эту дорогу мы выходим, машем рукой, останавливается автобус и едем на нем. Вот так местные развлекаются. Вот мы с вами дошли до остановки. Здесь только на остановках можно садиться. Вот они, остановки. Это одна идет в город, вот эта вот, а другая ведет туда вглубь, в конец острова, полуострова. Про поездку. Мы проехали до самого конца и вернулись обратно. У нас это около часа заняло от нашего отеля. Там по пути есть парк Гуавы. Это какой-то парк, куда можно сходить погулять. Вход было написано 5 кук и ниже 10 кук. Ну, возможно, дети 5, взрослые 10. Также там дальше был Плаза-центр, Плаза Америка. Это торговый центр небольшой. И был дельфинарий. И еще, ну, там такой какой-то небольшой тоже стояли круги, через которые можно прыгать дельфином. Вход и время не знаю. И еще кактус, которому там 500 лет. Он тоже находится в этом же направлении. Вы можете сами его посетить. Делаем попытку номер два выехать в Варадеро. Первый раз мы съездили до самого конца косы, развернулись, вернулись назад, потратили на это час. Ничего интересного там не увидели, кроме дельфинария, кактуса, которому 500 лет, и парка Гавы или что-то там такого плана. Ну, просто парк, который можно сказать, погулять. И торгового центра American Plaza. Сейчас едем в Варадеро. Билеты у нас, которые мы купили, действуют в течение суток. Стоят они 5 евро. И сейчас мы в обратную сторону поедем, именно в Варадеро проедем, погуляем, покажу вам Варадеро. От нашего отеля до остановки примерно около 800 метров километра, минут 5-10 идти. Это местные жители, которые работают, у них график работы до 5 часов, и они все, видите, собираются, их отсюда забирают на автобусе или на машинах грузовых, развозят по домам. Вот в таком автобусе мы едем, двухэтажный, видите, как напротив нас. Есть два этажа, на втором этаже, конечно, сильно укачивает, потому что...
разворачиваемся уже, в принципе, приехали до конца Вородера, до начала города, и сейчас будем стартовать опять в город. Вот они, такие автобусы. Вот он, наш автобус. И вот мы приехали на рынок здесь, в самом начале поселка. Давайте сходим, посмотрим, что здесь есть. Можно проехать на экипаже. Вот на таком, видите, поехал перед нами. Вот они где все, сувениры, магазин. Тарелочки. Типа как открыт. Прикольная. Музыкальные инструменты. Упаковочка. Такие хиба, которые... Это то, что ты говорил, по 10 куков, да? Сигареты. Упаковка, там 10 штук. А большие сигары почем, не спрашивал? Сейчас спросим. Кира. Ром по 16, по 10 куков, 7,60. Вот такая вот упаковка стоит 25 куков, здесь 8, 10 штук. Да, да. Игра Assassin's Creed добралась и до сюда. У всех практически одно и то же, буквально пройдя 4-5 магазинов. Картины, украшения из кожи, текстиль, сумки, шапки. Ну, в принципе, вот, наверное, и все. Магнитики 10 за 6 можно купить. Тарелки 6 маленькие, большие за 8, 10. Ну и так далее. Мы гуляем с вами по Вородеро, по центральной улице. Здесь находятся небольшие магазины, забегаловки, такие кафешки, бары. Ну, их здесь, я бы сказал, совсем немного. Спросил, сколько стоит проехать на лошади. Нас здесь 7 человек. Нам сказали 10 песо за 4 километра примерно. Ну, чтобы вам ориентироваться. И вот на такой повозке вас могут провести. Вот еще сувенирные магазины. Лавка. Здесь все то же самое, что мы видели на большом с вами рынке. Майки, подделки, сувениры, тарелки, магниты и так далее. Изделия из кожи, недорогие, кстати. 15 евро сумочка, 10 евро босоножки. Вот такие маски стоят по 13 куков. Видите, сверху маленькие. По 5 куков за 2 штучки. Это супермаркет. Работает он, судя по всему, 24 часа. Девочки, стойте. Бумс. Ну и чего? Спиртное. Соки. $0.60 стоят соки.
по 6,60 стоит за бутылку гаваны. Йогурты по 40 центов. Колбасы какие-то, сосиски. Ну, то есть, короче, полки. Sorry, не видео, sorry. Чипсы, печенье. Печенье рубль 21. Вот еще один магазин. Сигареты. Эль Торро с 12:23. Ресторан, в котором вы можете покушать что-то. Кафе. Можно попить кофе и покурить сигару, судя по всему. Наверное, центр связи, тот, который мне говорили ребят на 42-й улице. Ну вот тарифы, сами смотрите, 30 минут, 30 смс, 20 кубов. Здесь же есть компьютеры, если кому-то понадобится. Сервиса телекоммуникационных систем. Вот это вот такая вот маленькая комнатка, в которой можно подключить себе сим-карту. Кафе на перекрестке дорог. Куба тут, экскурсионное бюро. А вот какие цены на улице предлагают. Кому будет интересно, вот смотрите. Компас-бар. Здесь вы можете выпить коктейли. Тут же центр культуры находится рядом. Или большой кабриолет, мы туда все войдем. Хотелось снять цены. По-русски. Цены по-русски. Здесь по-русски. Спасибо. Вот видите, да, что почем, чтобы вам ориентироваться, а то мы проходим мимо заведений, я даже не могу вам... Вера тормознула нам вот такую ретро-тачку. Сэм, окей? Окей? 10 куков будет стоить нам доехать на таком автомобиле до нашего отеля. Могу вперед, могу, да. Парочку кафе.
Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Я очень рад, что вы на моем канале. Подписывайтесь на него. Я буду вам за это очень признателен. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. С вами ваш Лосенок Евгений.